Ребенком, когда ездили в Карпаты, я так хотел вернуться. Что-то есть горское внутри. Опа, показывает гололед. Едем на немецкой BMW, четкая машина, то нам абсолютно не страшен гололед, особенно на BMW заднеприводной. Вот тут на этом обратном серпантинчике надо будет очень аккуратненько напомнить его. Красота такая, да? Смотри, какая сетка слева. Это от лавин уже, я так понимаю, эти сетки. Это от лавин, ребят. Сетка от лавин. Представляешь, что мы под лавину можем попасть. Это добавляет кайфа нашему путешествию. Там хочется быстрее походить. Походим, сейчас доедем. Можно еще купить оленины. Чистая, экологическая, полная крови мяса оленя. Нет, красного цвета. А мне нравится. Очень полезная. Олька приготовила, мне понравилось. Во-первых, после этого я заметил, что у меня желудок стал лучше работать. Оно очень полезное, потому что олени едят много травы, и в мясе содержатся какие-то ферменты, которые нет в поросенке и нет в говядине. Ну, если, конечно, говядина это коровка, которая выросла в горах, тогда, думаю, свойства будут похожими. Но все-таки то, что кушает олень дикий, это он знает специальные травы, он знает специальные места, он знает, чем, как лечиться. Ты не ожидал, что здесь будет столько снега? Пап, это Бьянкова, алло? Нет, ты что? А? Это вообще в другом направлении. Мы едем в Альбайон, Дига. Вау! Ты знаешь, где это? Нет. А? Опять не залез, не вышел оттуда. Конечно, мы же в горах, мы вообще приехали сюда чисто для этим, за этими ощущениями. Вау, какой свежий воздух. Je veux dire que nous sommes dans une gorge magnifique en Italie. Ну да. Сапон Дюнев. Мы с вами плен инвер. Ну давай. Ну, поздоровайтесь со всеми. Не сильный, не тяжелый, а твердый. Тяжелый, сильный. И нельзя сказать, что холодно, правда так, чтобы прям? Настя, а зачем снег нужен? А, ну да.
Смотри, привет.